Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, с чего начнем? Ну, во-первых, заберем свои ресурсы и сразу же отправим вновь их добывать. Так, водорез у меня почему-то дуркует, интересно. Пошел за рыбой, так. Ха, ветрокрыл тоже у меня дуркует, потому что набрал всего лишь 5000 рыб. Вот, вот это я понимаю. Парень работнул. Древоруб. Давай-ка еще за древесинкой. Так, а что мне делать с тобой, а? Принцесса огнеедов. Ты у меня только лишь можешь бревна добывать. И очень много жрешь рыбы для повышения уровня. Нет, пока я, наверное, обойдусь без тебя. Так, что у нас тут происходит? Давай посмотрим. Маленький Громель у нас прилетел с путешествия, да? Окей, давай продолжим, наверное, да? Волна пока далеко, если мы успеем соорудить укрепление, то, вероятно, весь ущерб ограничится промокшей одеждой. Иначе здесь все разнесется в щепки. Давай рытье тогда сделаем. Естественно, бесплатно, по-другому тут нельзя. И эти орлы у меня уже прилетели, ты посмотри-ка. Так, после похода с Маркала хочется пить. Угу. Оказывается, те ужасные чудовища искали, где бы передохнуть и промочить языки. Дракон собирается вокруг Сморкалы. Похоже, они вполне с ним ладят. Игра, конечно же. Пускай они играют. Что у нас тут? Здесь... Ать, янтарь все-таки. Ну, ты посмотри, у нас тут, блин, слишком много янтаря, если честно. Слишком много, друзья. Астрид видит в море корабль. Слишком далеко, чтобы разобрать, чей он. Но, судя по поведению ночных жутей, дела плохи. Давай-ка мы, наверное, взгляд поближе сделаем. Бесплатный. В общем, друзья мои, дровницу я стал прокачивать в первую очередь, потому что у меня было достаточно рыбы. А вот теперь нужно эту лохань. Ну, как ты видишь, 310 древесины мне нужно. 310. Ну, естественно, 310 тысяч, а не просто 310. Давай посмотрим, что у нас тут вылупилось. А, так это же... Да. Такой маленький Тайфумеранг. Вот кто это у нас. Ну, куда тебя поставим? Ну, давай. Здесь, что ли, постоишь маленечко. На, покормим тебя. На первых порах можно. Он... Ого! Уже сразу вырос и побежал. Как говорится, тренироваться. Так, ну что, сегодня я хочу, друзья мои, во-первых, на аренке подраться. Так, подожди, у нас еще паки с тобой тут есть. Подраться на аренке, и у нас в плане. Я думал, что у меня пак готов. Нету ничего. И хотел допройти вот это вот как раз событие. И, возможно, получить дракона. Вот этого. Ну что, попробуем. Поехали. Блин, у нас тут схватка, по-моему, будет три противника, плюс еще босс. И мне кажется, что так легко они мне не отдадут это яйцо. Ох-хо-хо-хошечки. Да, две волны. Ну ладно, хотя бы на этом спасибо. С кого начнем? Наверное, будем начинать с громобоя. Хотя водорез тоже... Тут еще пройдоха, но все-таки я буду с разгрома. Ой, с разгрома, господи, я уже... У меня в голове растения против зомби-героя почему-то засели. Ну что, поджарим их чуть-чуть, да? Я думаю, что это нужно сделать. Ох, хорошо как. Вот древоруб мне этим и нравится, что он всего лишь тратит 3 энергии на массовую атаку. Это шик. Причем бомбит не кисло, согласись. Так, ну что, я думаю, что скоро мы с тобой уничтожим. Ну-ка. Ай-яй-яй, капельку не хватает. Капельку сейчас. Блин, только надо лечить, наверное, нам с тобой древоруба. Иначе мы его потеряем с тобой. А я этого позволить не могу. У нас все-таки с тобой два последних боя. Этот и с боссом. Замечательно. Так, ну что, вторая волна. Ох, елки-палки, какие они тут все здоровые, жирные. Отвали. И уровни у них большие.
Так, я, наверное, начну вот с этого все-таки. Громелька, ты как у меня? Точнее, сарделька. Надо... Нет, я думаю, знаешь, что мы с тобой сделаем сейчас? Массовую атаку. Да, мы с тобой сделаем баф. Отличнейший, да? И уже... Да хоро... Ой, что-то сейчас будет. Только бы не... Фух. И это хорошо, что он не уничтожил, а просто оглушил. Все, бафаемся мы с тобой. Да отвали ты. Так, ну ты-то куда лезешь, а, пройдоха? Да хорош, ну ты посмотри, они ходят и ходят. Они мне не дают вообще возможности, ребят, даже что-то сделать. На тебе. Так. Давай, давай, родной мой, массовый поджог. Вот так вот. Ага, съели. Вот это и оно. Будете знать, как говорится, нашего древоруба. Давно я хотел его взять в бой. Наконец-то взял, ребята, и... Не жалею об этом. На тебе хвостом. Можем еще, конечно, сейчас повысить атаку, но... Давай сделаем... О, шикарненько. И остается один вот этот пройдоха. Да ладно, усилился. Пси, а я тогда хильнусь. Я тогда хильнусь и буду тебя потихоньку бомбить. Раз у тебя только хил. Блин, он жирный, согласись, да? Его так просто не пробить. Толстокожий. Но это, видимо, дракончик из семейства Громелевых. Да? Ну, согласись, похож. Просто немножко покрупнее. На тебе, будем усиленными атаками его сейчас нахлобучивать. Ну. Отлично. Да, жирненький, тут ничего не скажешь. Не могу его пробить, а если... Во! Ну что же, неплохо, сейчас мы с тобой крутанем колесо. По идее, так должно быть. Вот оно. Колесико наше, крутим. Дай пак. Ать! 112, ну хотя бы 112 тысяч рыбы. Это тоже, кстати, неплохо. Эх, жалко, у меня нету, да? Премиум пака. Ну что, друзья мои, вот мы и дошли до главного, видимо, нашего врага. Кто здесь будет и что? Сейчас мы с тобой посмотрим. Там, по идее, должен быть босс. Две волны, да? Две волны. Посмотри, каких мне гигантов тут надавали. Два громобоя. Ты представляешь, два. Это очень серьезно. Это, я прям не знаю, это... Нам придется, наверное, с тобой все здесь потратить, всю энергию. Игруша тоже пойдет в путь. Ага. Да хорош, ну ты посмотри, что они творят, а. Один за... Блин, заблокировал, а. Знает же, что делать. Я вообще не могу пробить. Хе, прикинь. Давай, наверное, усиленную атаку с тобой сделаем. Блин, достали древоруба моего уже тут атаковать, а. Вообще не дает мне ничего сделать, понимаешь. Ага. Всыпали. Почему-то на... Во, хотя бы уже минус один. Да отвали, блин, надо. Только бы не замочили бы. Надо лечить сардельку. Давай еще, наверное, вжарим. Добьем этого голодранца. И будем уже громобоя бомбить. Блин. Так, ага. Ну, это терпимо, друзья мои. Пока это терпимо. Раз. Два-с. И... Я все-таки лучше так сделаю. Потому что сейчас будет у нас последний бой. И я, так сказать, должен к нему готов быть. Да иди ты! Ну и кто же... Ох-ох-ох-ох-о! Ты посмотри, это что такое? Ребята, срочно в сон, срочно. Ты глянь, какой здоровый. И еще и древоруб здесь у них. Слушай, надо с ним завязывать. Успеть бы. Так, 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 что у нас тут есть? Удар хвостом. Так, усиленную атаку делаем. Пускай спят пока эти хламоны. Я боюсь представить, что этот будет делать. Они же сейчас... Древоруб все-таки... Нет. Сиди на месте.
Блин. Придется тратить. Ребят, другого варианта я не видел. Вот только в сон вгонять их. Уху-ху-ху-ху. Теперь с главным будем драться. Он очень-очень жирный, ты посмотри. Жалко древоруба, я сейчас потеряю. Он же ведь 100%... А, вот как он делает. Усиленная атака. Усиленная атака. Ну ты посмотри. Сколько... О, нет, это... Ты серьезно, что ли? Давай лучше мы тогда хильнемся. Я боюсь просто представить, что он будет делать, когда у него, друзья мои, появится ульта. Когда у него появится ульта, он, наверное, как звезданет по нам. А это будет уже скоро. Может, даже сейчас. Я не могу понять, он что, отхиливается или мне кажется? Что-то я его бомблю, бомблю, бомблю. И ничего у меня не происходит. Сейчас что-то будет. Ай-яй-яй-яй-яй. Еще и в сон вогнал. Упс. Только бы не добил. Только бы не добил сардельку. Ай, как же это плохо, ребята. Ветрокрыл, вся надежда просто на тебя. Я все прекрасно понимаю. Тяжело будет нам с тобой здесь против него драться. Что он сделал? Хильнулся? Ты серьезно? Что он там делал? Защиту повесил на себя еще. Доп защиту, ребята, он на себя вешает. Ты прикинь? А, подожди, 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 подожди. Мы еще ударим. А на следующем ходу мы сделаем с тобой супер удар. Ну, естественно. Что это сейчас было? Я не знаю, что это. Ты... Ну и как я его должен тут прожимать, извини меня, с такой защитой? 211 отхил, да, у нас? Так, он отнимает. Вот, у него, вот сейчас надо делать, ребят, сейчас будем копить и ультовать. Да ты запалил уже хиляться-то, ты... Хорош уже, а? И хиляется, при всем при этом он на себя вешает, ребят, броню. Ну что, я его в сон вгоняю, и что это мне дает? Может быть, я успею похиляться пока? Чуть-чуть. Фиг там похиляться чуть-чуть. Я его могу только бомбить. Слушай, сколько стоит груша? Не могу ничего, да, сделать пока. На тебе. Опять сейчас будет хиляться, а? 226 он хиляется. Сколько мы отнимаем у него? 65. Это сколько же я должен с ним бомбиться, а, здесь? Блин, вот здесь бы как раз наш водорез бы. Ой, как хорошо пошел бы, ребята. Ой. Ну ты посмотри. Почему такая ничтожная атака, а? Давай-ка я потрачу. Сколько стоит у нас? О, 280. А груши тоже. Ну что это, ребята? Я не знаю, как тут быть. Ну я его атакую, он опять будет отхиливаться, верно? Сейчас хильнется. Нет, не стал он хиляться. Мне кажется, я не смогу его здесь одолеть. Так, надо будет переигрывать. Я ведь смогу переиграть, да? У меня, по-моему, энергия еще есть ведь. Давай сдаваться. Короче, это бесполезно, ребят. Это бесполезно. Так, если у меня еще осталась энергия, будем переигрывать. Сколько у нас еще? Ага, есть, есть энергия. Ветрокрыл, ветрокрыл. Я даже не знаю. Ну, оставим, оставим его. Поехали, попробую все-таки такой командой. Хотя, наверное, надо было брать водореза.
Ну ничего, посмотрим сейчас. Блин, конечно, там бомбят они. Блин, у нас с тобой вот здесь ничего нету энергии. Может быть, даже придется мне, ребята, воспользоваться здесь. Потратить 280, так сказать, рун, чтобы приобрести хотя бы энергию или еще что-нибудь в этом роде. Слушай, давай не будем пока тратить. Лучше я, наверное, сделаю усиленную атаку. Ну, вот смотри, что-нибудь. У них большая инициатива. Да хорош. Блин, заблучили. Эх, сейчас бы сон бы, да, их. Сколько мы отхилим? 65. Или все-таки сна дождаться? Давай, наверное, сна дождемся с тобой. Бомбанем, они уснут, и уже поодиночке мы их тут, наверное, с тобой ушатаем. Наверное. Так, этого почти, ребята, уничтожили. Почти. Нам бы хильнуться с тобой. И хил нужен такой серьезный. Давай, наверное, вот с этого начнем. Что он там хочет сейчас сделать? Массовую атаку? Слава богу, нет. Ушатали. Хиляемся, ребят. Как только есть возможность хильнуться, конечно, будем... Ох, сейчас массовая атака пойдет от этого. Хм. Он сделал отхил. Слушай, ну это хорошо, что он хильнулся, на самом деле. Так, что бы мне сделать-то, а? Слабо жарен, да, у нас? А огонь против громобоя почему-то очень плохо работает. Ну, в сон вгонять, я думаю, что нет смысла. А ты хиляешь только сам себя, что ли? Блин, еще и защиту на себя вешает, доп. Короче, так, мы с тобой делаем вот таким вот образом. Плюс хиляемся и атакуем. Да, у сардельки мало здоровья, ничего не скажу, ребят. Но зато под бафом. Так, здесь надо, естественно, в сон вгонять всех. Сарделечку, да, хотят мы ее атаковать? Блин. Надо обязательно вот этого, ребята, ушлепать как можно быстрее. Сейчас будем с тобой... Кто у нас там ходит? Раз, два. Они все трое, да, будут ходить? Потом только мы. Ладно, попробую все-таки ветрокрылом вогнать их в сон. Всех. И будем... Ты смотри, что творят, а? Лишь бы не промахнулся. Я тебя умоляю, не промахнись. Всех загоняй в сон. Все, отлично. Или вон того лучше пока начать. Давай вот этого. Так, будет возможность хильнуться, будем хиляться, ребят. Ага. Да ну! Ты серьезно, блин? Какое чертовой бабушке уклонение? Потратил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет! Не, только бы не вжарил. Чего боялся, то и получилось, блин. Вот так вот, ребята. Ну что, теперь нам нужно вот этого как можно быстрее просто вырубать, ребят. Просто быстро, молниеносно. Я не знаю, как нам так сделать. Ага. Так, еще один ходик. Так, не надо ничего тут делать. Он хильнул, да? Он хильнул. Так, Да ладно, загоняем в сон. Загоняем в сон. Ху, добьешь ведь? Добьет. Так, дальше у нас с тобой хватит на отхил? Нет, нам придется его бомбить. Нам придется его бомбить. Так, давай вот так вот сделаем с тобой. Вся надежда, что мы вдвоем сможем с ним справиться. Так. Да ёпрсоте, ну какой он... Он делает уклонение и все. Да ты запарил, а? Так. Очень какой-то он мощный. Почему такой здоровый, а? Что, опять хиляться будешь, нет? Вгонять в сон. Нет, ребята, мы будем просто лечиться с вами.
лечиться и бафаться вот так вот. Что он там сейчас будет? Отхил. Опа. Вот у тебя какая, оказывается, суператака, а? Гаденыш ты такой. Я ее увидел. Этот все еще спит. Нам хиляться нужно. Каждый удар, ребята, у него приводит к отхилу. Нам нужно залечивать раны. Да, как ни крути. Залечиваем раны и потихоньку бомбим. Залечиваем раны и потихоньку бомбим. Очень быстро он копит, конечно, энергию. Сейчас опять, да, в сон. Сейчас опять что-то будет. Пока ничего не стал делать. Так, 83. Сделаем с тобой вот так вот. Ждем неприятностей. Нет, смотри-ка, ничего пока такого не делает. Да чтоб тебя, ну сардырка, ну ты достала. Ну сколько можно же, блин, а? Ну промахиваться, сейчас. Сколько можно делать свои дурацкие промахи? Вот объясни мне, а? Я из-за этого могу сфейлиться просто. Он запарил уже, а? Просто в отхил, мало того, что он отхиливается, он еще и вешает на себя защиту, понимаешь, дополнительную, с которой фиг пробьешь. Хорошо, что у нас все-таки вот этот вот ветрокрыл может захилять, причем хиляет массово. Вот это большой плюс для нас. Так, здесь я не знаю, пока, наверное, ударим все-таки его. Если бы у меня было бы отражение, я бы поставил отражение. Потому что он почему-то в основном бомбит именно... именно сардельку. Но все равно половину хп мы у него уже отобрали, как ты видишь. Так, лишь бы не массовые атаки. Что-что? Вот. Я не хочу, чтобы он... Ох, сейчас хорошо вот прокатило, ребят. Боюсь, боюсь. О, сделал все-таки, а. Все-таки он сделал. Я же говорил, надо отражение, ребята, делать. Надо делать отражение. Но это ему минус, потому что он потратил энергию. На отхил-то у него может не хватить ведь. И он за это поплатится. Наверное. Так. Что? На хил будешь тратиться, да? Конечно, на хил. Так, друзья мои, на хил он потратился. Мы тоже на хил. Он восстанавливает себе 212 хп. То есть мы вдвоем в совокупности, ну, грубо говоря, отнимаем у него весь его отхил. А если еще и пробафаемся, то это, сам понимаешь, должно быть вообще шикарненько. Ага, переключился. Так. Окей. Слушай, неплохо идем. Сейчас хиляться будет. 234, да? Смотри, здесь 108. И здесь 200. То есть, да, мы перебиваем его отхил. Причем довольно неплохо. Можно вогнать сон, но я думаю, что этого делать не стоит. Вот так сделаем лучше с тобой. Во. Вот что я хотел сделать. Если он будет атаковать сардельку, он 100% ее должен атаковать. Ты понимаешь, да? Что он сейчас делает. Он бьет сам себя. Сейчас хильнется. Сейчас он хильнется. И в принципе, друзья мои, момент истины где-то уже рядом. Сейчас он куснет. А, кончилось. Отражение кончилось у меня у сардельки. А он и нее атакует. Ну все тогда. Только не промахнись, пожалуйста, ветрокрыл. Да, мощный, прикольный босс. И я с ним справился. Так, мне рулетку дадут крутануть? Дадут, конечно. После каждого боя, в принципе, дают. Да и вот этот пак. Или вот 80 тысяч рыбы. 80 тысяч рыбы. Яйцо, пожалуйста, мне яйцо. Вот так вот. Отличная работа, боец. Да, вы не боец, а миротворец. В моей голове это звучало куда лучше. Вот, держите. Да спасибо тебе большое. Что же это за яйцо, а? Мелкомрак редкий. Вот так вот, ребята, это вам уже не шуточки. Это мелкомрак. А у меня мелкомрака не было, да? Не было, конечно. Откуда он у меня возьмется? Так, давай его чуть-чуть покормим. Посмотрим, хоть как он выглядит-то.
Вот такой вот. Вот такой вот он шитик. Маленький мелкомрак. А что здесь-то нужно, я не могу понять. Что значит Икинга здесь нет? А где он? Думаю, он где-то летает с беззубиком, как обычно. Так и знал, что нужно было попросить его о помощи раньше. Нужно проследить, чтобы ничего не вышло из-под контроля, пока он не вернется. Думаю, с этим уж мы справимся. Нужно выяснить, что происходит, и узнать, куда летают все эти драконы. Так, призовите зеленую смерть. Награда. Я бы с удовольствием призвал, но у меня очень-очень много ресурсов не хватает на самом деле. Это и флаги там, по-моему, какие-то нужны, да? И флаги, как ты видишь. Зато вот это вот я нашел все. Значит, ищем с тобой лопаты. Ищем с тобой вот эти вот орехи, да? И топоры. Топоры должны быть легендарные. Ну да. Ну, со временем мы с тобой все-таки это дело сделаем. Давай заберем здесь награду. Листики, да, значит, опавшие. Опавшие листочки. Ну что, у нас... Погоди-ка, у нас же еще, по-моему, одно событие, да, уже открылось? Подожди-ка, вот оно. А, нет, еще ранний доступ идет пока. Пока еще ранний доступ идет, но он, ребят, через 4 часа кончится. То есть завтра мы с тобой сможем пойти на следующее испытание. Так, что у нас? Да где мое поселение-то, ё-моё? Потерялся он же, вот оно. Оп, новая способность. А, ты уже выучился, что ли, у меня? Молодец, давай еще тебя чуть-чуть. Хотя, наверное, я зря, да? Трачу. Тут что нужно? А, древесина. Тогда не зря. Надо будет древесины очень много нам с тобой насобирать, чтобы мы смогли улучшить лохань. А вместо даже не будем мы с тобой лохань улучшать. У нас есть другие более значимые, да, дела. Это вот, например, построить домик викингов. Так, что ты у нас тут радуешься? Что, еженедельно, и что? Тут ничего нету. Что ты мне тут с панталыги-то сбиваешь? Так, обмен. Какой обмен? Эксклюзивный. Кукарекун. Кукарекун, ну и назвали же, а. Да, были бы у меня эти материалы, я бы, конечно, взял бы этого кукарекуна. Тут у нас что? Рыба, забрать. Фул, да? Ну что, пошли с тобой на арену тогда. Не, главное, что мелкомрак у нас появился. Он редкий. И это хорошо. Пускай летит, обучается. Ну, а мы с тобой шагом... Так, что такое опять тут, а? Обучите трех драконов. Ага, вот оно что. Использовать ускорение. Так, победить дракона в схватке. Это мы сейчас с тобой сделаем. Примите участие в заданиях обороны Олуха. Так, ну-ка давай посмотрим. Чтобы победить викингов Олуха, нужно сражаться с ними их же оружием, драконами. Но не будем торопить события, пока сосредоточимся на налетах. Так, разбейте вражеский флот. 22. Плывем на Олух. Если кто-то не желает иметь дело с драконами, ему придется иметь дело со мной. Да, понятное дело. Так, ну у нас с тобой беззубика нету. Ну, нам лишь бы просто поучаствовать. Нам же не обязательно побеждать здесь, верно? Так что давай. Просто сделаем с тобой небольшую, так сказать, вылазку. Это мы пропустим. Защищайте Олух. Так, а что тут защищать? Все равно меня здесь разбомбят, как бы я тут что ни делал. Подожди, а что это вот они не вызвали? Давай вот по этому вот кораблю бомбите, господи. На тебе. Ну, сейчас, естественно, ребята уничтожат. Они сейчас заплывут, залетят вот сюда вот поближе, и по ним начнут со всех сторон бомбить. Вот именно об этом я тебе говорил. Улетай. Атакуйте хотя бы вот отсюда. Минус один. Вот чем хорош беззубик, что он очень далеко стреляет. И очень мощно. Ладно, с этой лодочкой завершили. Эту, я думаю, так тоже мы с тобой бомбанем. Блин, ключи, ключи, ключи у нас с тобой все. Минус один ключ. Ну, это сейчас они будут, конечно, тут до посинения бомбить. Вот саму главную лодку, вот эту вот.
Так, сколько у нас? Мне даже энергии не хватает. Они не смогут. Ты посмотри, что они тут. Друзья мои, ну вы так будете до посинения. Да бомбите вы. Да бомбите. Да ёпрус это, ну. А, не хватает энергии, что все. Не, они не успеют. Ну ты посмотри, они с таким кислым дамагом. Что они тут сделают? Я проиграю. Я не смогу с ними справиться здесь. Ладно, проигрывать так с музыкой. Офигеть. Ну, нам нужно было с тобой две обороны сделать, да? Мы их сделаем. Поэтому получаем с тобой всего лишь 10 рун. Ну, это тоже неплохо. Наша главная задача с тобой накопить 2000 рун, чтобы получить престиголовы, и мы смогли с тобой выполнять еще одно, как говорится, приключение. Да, я забираю награды. Так, 10 рун. И нам нужно победить 5 драконов. Ну что, отправляемся с тобой прямиком на арену. Арена нас уже заждалась. Так, тут открыть, 26 минут будет, да? И готово. Ну что, схватку я, друзья мои, не буду ничего менять. У меня мой пока, ну вот на данный момент, любимый отрядик состоит из зеленых, так сказать, защитники, да? И они довольно неплохо справляются со своей поставленной задачей, особенно когда наша сарделька их всех пробафывает именно на атаку. Так, ну что, начнем с этого хлопчика, наверное, да? Быстренько его разберем. Престиголов, да иди ты в пень. Ты ничего нам особого тут не сделаешь. Ты нам ничего здесь... Ой, блин, а вот замедляшку ты, конечно, зря повесил именно на сарделечку. Зачем так делать? Даже если я сейчас пробафаю на атаку, у сардельки не будет бафа, да? Мы просто с тобой ликвидируем пониженную... Хотя лучше я так сделаю. Опа! Чётенько, согласись. Древоруб работает вообще идеально. На тебе. Ну что, что ты... Ой-ой-ой, как ты меня напугал-то, а? Ну, пониженная атака, конечно, тоже неприятна. Ать. Хорошечно. Сейчас мы с тобой злобного змеевика тоже порвем. Да иди ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как ты меня тут... Как ты меня напугал-то своим вот этим вот... кульбитом выкрутасом. Я прям испугался аж. Ускорился, да? Типа ты шустрый, да, стал? Но ведь тебя же это не спасет, бедолага. Ну что, друзья мои, 3 дракончиков побили, нужно еще 7 одолеть. Ну и получаем пак, обычный, к сожалению. Очередная битва у нас. Посмотрим, как далеко мы с собой сможем зайти. Так, там тоже у нас, да, ветрокрыл, но он 10 уровня у них. Хм. Ветрокрыл и плюс вот этот громозека, который очень сильно бомбит. Особенно с разбега. Опять у них повышенная инициатива, и что-то они очень сильно взялись за моего ветрокрыла. С чего бы это вдруг, а? Они, наверное, хотят все поспать, я так понимаю. Или же... Вот так вот. Ну, престиголову, грубо говоря, уже кранты. Его здесь уже ничего не спасет, что бы он тут ни делал, не пыхтел. Единственное, да, конечно, броню понизил. Да ну. Этот бомбит сильно. Сильно больно, я имею в виду. Так, минус пристеголов. Пыхнем? Пыхнем. Тогда вот этот... Слушай, он энергию копит. Не в сон ли он хочет нас тут загнать, а? Или разбег? Разбег. Древорубанная на крышке. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это влупил. Вот это, ребятушки, он влупил. Сейчас добьет. Ясен перец, добьет. Ну что же, у нас с тобой вся надежда на нашу сардельку. На нашу сарделечку. И погнали. Только не в сон, давай без сна. Не, по-моему, влупит. Ну конечно влупит, ребят. Конечно, влупит и, скорее всего, набьет. Ах, вот ты куда. Вот ты куда пошел. Ладно. Слушай, у него что-то уж больно энергия быстро копится. Эй!
Так, что мы можем сделать? Давай, наверное, вот так вот, на всякий случай. Бомби сардельку, сардельку бомби. Так, интересно, а что-нибудь... Он сам себя в сон загонит или как-то будет? Так, и у меня есть возможность, ребята, вот так вот сделать. И добить. Не промахнись только, е. Прикинь, пыхнул, сам себя в сон загнал, а еще и урон нанес. Шикарно. Дайте мне рыбу. Нет, доски, доски лучше. Во. Ну что, нам нужно с тобой победить еще 4 драконов. Это чтобы получить только первый пак вождя. А потом еще и второй. Кстати, у него древоруб, я так понимаю, это какой-то эксклюзивный. Потому что он именно такого. Мой желтенький, да, оранжевый. А здесь какой-то, знаешь, такой блеклый. Мой как-то смотрится посолиднее, если честно. Ать. А я тогда в ответочку. А еще и хвостиком. Так, пресеголовый, естественно, сразу же там поднюхивает, а? Так, у него тоже сарделька есть. Ух ты. Сарделечка, что ты делаешь, а? А я вот на всех повешу. Ха, наш хорошенький баф. Да-да-да, на усиленную атаку. На тебе. Так, хочу хвостом бомбануть. Хочу хвостом от сардельки ударить. Сразу будет кирдык этому древорубу. Только не жарь. Так, это терпимо. Готов. Так, ну что, берем пристеголова теперь, да? Ох, ничего себе. Лучше сделаем так. Да ну, ну хорош. Ну, ну что ты, блин. Ой-ой-ой-ой-ой, сарделечку мою изничтожили. Древорубчика хотят моего подбить. Пыхнем. Добьем. Так, а этот у нас что делает? Массовый огонь? Пока он ничего не делает. Нет, ребят, нет у него никакого массового огня. Просто его так распишем. Он, конечно, может сейчас добить мне древоруба, если захочет. Но он уклоняет. Он промахивается, а мы его дожариваем. Ну, я считаю, прекрасно. Прекрасная была победушка, ребята. Мы с вами получаем 30 кубков. И я надеюсь, бревнышки дадут мне. Нет, рыбку. Остается всего лишь одного дракона одолеть. Поехали. Будем его добивать. Так, 10 разряд. И там отравляющий. У него причем массовые атаки. Ах ты, ё-моё. Ну ладно, пристеголову я пока трогать не буду. Вот кого-то из этих двоих нужно в первую очередь наказывать. Ну давай с этого начнем. Фиг знает, я хотел... Отравляшку бомбануть. Надо успеть просто-напросто, чтобы он не активировал свою массовую атаку. Там, по-моему, немота, да, если я не ошибаюсь. Ать! Уклонились, отлично. Яд не сработал. Так, давай, наверное, мы сделаем с тобой вот так вот. Массовый баф на атаку. Ага. Понял, что он делает. Раз. Два-с. И... Блин, мы ходим только через 3 хода. Ты запарил. Так, пристеголов будет, наверное, да, атаковать? Нет. Немножко он не то начал делать. И это хорошо. Ох, блин, древоруб, ну ты просто красава. Ну, ребята, у меня нет слов. Ты видел, как он жарит их? Правильно, он зеленый, да, и по фиолетовому у него усиленный дамаг. Опа! Вот это было люто, но все-таки древоруб мой наказал сразу двоих. Но они тоже нехило бомбили. Скоро, кстати, будет 7000 кубков у нас. Ну и вот он, пак вождя. Давай посмотрим, что нам выпадет из него. Древоруб, это шикарно. Водорез, неплохо. Грамгильда. И все? Только 3. Печалька, я думал, дадут чуть побольше. Ну и только 3 мне дали. Ладно, не будем расстраиваться. Нам с тобой нужно еще победить. Сколько там? 9, да? 9 драконов. О, скалотряс, давненько его не видел. Давненько. Красные, да? Ох, красные будут наносить, ребята, лютый урон по моим зеленым. Просто лютейший. Ты посмотри, видишь, красные бьют зеленых. И, возможно, здесь будет фейл. Это не исключено.
Даже если сделаю атаку. Нет, 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 нет. Скорее всего, нас тут. Ой-ой-ой, как бьют больно, а. Пристеголово хочу просто сейчас присануть как можно быстрее эту пройдуху. Ай. Да. Но этого, например, мы с тобой. Ага, хотел сказать, забомбили, но, видишь, не получилось. Слушай, либо нам с тобой делать древорубом. Блин, сейчас уничтожат сардельку мне. 100%. Все, расписали. Короче, давай вгонять их в сон. И начнем, наверное, с громобоя. С громобоя я попробую, ребят. Что у нас? Блин, атака, конечно, вообще ни о чем. Не алло. Оу. Сейчас разбудим с тобой скалотряса, естественно. И он сейчас добьет кого-нибудь. С повышенной это атакой. С повышенной атакой дурак может сыграть. Все, крышка, да, древорубу. И крышка ветрокрылу. Да, друзья мои. Но тут просто мне не повезло с противниками. Повышенный урон красный делает по зеленым. Вот из-за этого и сдулся. И тем не менее нам нужно победить с тобой 9 драконов. Давай посмотрим. Так, опять, блин, ребята, опять команда красных. Практически 2 красных надо менять. Потому что мне что-то кажется, что здесь они краснорылые будут. Ну вот как вот мне с ними драться, а? Этот бафер у нас плешивый. Если я даже им пока буду заниматься, меня красные будут разбирать. Будут наверняка сардельку. Они всегда сразу на сардельку почему-то нападают, я заметил. Этот еще огнеплюй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так а что, ну, сделаю я повышенную атаку. А она, ребята, ну никакого эффекта здесь мне не принесет. Понимаешь? Вот я ударил. Сардельку разберут. Блин, может быть. Да ты запарил уже, атакует он мне ветрокрыло, бедолагу, а. Да и энергия еще так слабо копится. Ну-ка, добьем его. Добили. Так, что теперь, этого или этого? Я даже не знаю, наверное, вот этого все-таки, потому что у него немота. Ай. Блин. Точно ушатать хотят. Так, сарделечка, наверное, нам придется с тобой, знаешь, что делать? Вот так вот. Это ради тебя, твое же благо. Буду надеяться, что они будут атаковать именно тебя. Спасибо большое. И ты тоже, пожалуйста. Вот. Отлично, отлично. По красоте. Спасибо за то, что вы так щедро сделали. И да, добиваем его. Слушай, тут повезло, ребята, нам. Тут нам повезло, что они начали атаковать именно сардельку, которая стояла с отражением. То есть, грубо говоря, они сами себя наказали. 6 драконов еще попробуем с собой одолеть. Это 2 фулкатки. Так, вот, вот это я понимаю. Вот это нормальная команда, мы должны ее, в принципе, разобрать. Там синий и фиол. Фиола, соответственно, мы разбираем в первую очередь, а потом синий. Хотя, не знаю, ребята, нам надо вот этого синюшку разобрать. И ты, думаю, понимаешь, для чего, да? Чтобы он не применял свои бафы массовые. Так, давай-ка усиленную атаку сделаем. Терпимо. Это у нас кто? Это синий. Синий бомбят красных. Ну, а мы с тобой зеленый, поэтому урон не особо такой серьезный будет. Но будет. Сейчас только сарделечка дойдет. О, давай. А, не хватает, да? А, так у нас нету повышенной атаки. Я думаю, что такое? Да твали ты. Нет, все равно это терпимо, ребят. О, поджог. И ти-ти-ти. Вот это же, по-моему, да, проныра. Жук несчастный, который. У него противные атаки, по-моему, если не ошибаюсь. Водяные. По-моему, у него. Ладно, я пробафаюсь для начала. Пристеголов атакует моего древоруба. А этот сейчас что-то будет чудить. Слушай, он пока ничего не чудит такого серьезного. Да. Блин, пристеголов. Блин, хочет древоруба бомбануть, а? Посмотри. Я не могу понять одного, где у сардельки. Я их бафаю на атаку. Где наши эти атаки-то все? Почему у меня. Ну-ка, может быть, хильнемся лучше. Хилит, кстати, не кисленько, да? Наш
Ветрокрыл. Ой, сейчас что-то будет. Да. Водяная атака, ребят. Я надеюсь, мы выживем после этой атаки. Выжили. Пора тебе прощаться с жизнью. Водонос. Все. Ну что, я тебе говорил, да? Фулл каточки всего две нужно будет. То есть одну мы сделали. То есть трех драконов победили. И древесинку получили. Так, давай не упадем, как говорится, в грязь лицом. Сделаем с тобой идеально. Сейчас посмотрим, какой враг у нас тут будет. Ага, скалотряс. Это единственный, кто может нам попортить нервы. Потому что это красный. Но тут и ветрокрыл есть. Хм. И как всегда он начинает ходить первым. Ну что, наверное, будем... Наверное, скалотрясом я займусь. Занялся, ё-моё. Да, по нему идет пониженная, ребята, атака. Давай-ка мы пробафаемся. Сейчас он будет очень сильно бомбить. Очень сильно. Оу, он промахнулся. И это классно. Я смотрю, они опять начинают все атаковать сардельку. Ну что же, они напрашиваются. Давай, наверное, этого все-таки уничтожим. Они напрашиваются на отражение. Ох, как сарделька бомбит. Пристиголова, очень шикарно. Так, что ты там задумал? Только не надо крутиться. А доживет ли моя сарделька до отражения? Скорее всего, нет. Трындец, ребята, это сейчас уничтожили мне фаворита. Представляешь? Ё-моё, я еще и поэтому промахнул. Ты сейчас серьезно, что ли? Он же сейчас бомбанет, ребята. У него, смотри, массуха есть. То есть энергия для массовой атаки. Он же сейчас в сон загонит нас. Так и есть. Ой-ой-ой-ой-ой. И скалотряс очнулся. Трындец. Хиляемся. Зачем я хиляюсь, а? Ну-ка. Ну, в принципе, если мы с тобой попробуем... Только не надо сна. Все, это крышка кому-то, ребят. Это кому-то крышка. Не, древоруб как-то выжил чудом. Я не знаю, я вообще не знаю, как он выжил. Но этот охламон его, наверное, сейчас... Че делаем? Все, сейчас добьет. Повысил себе еще и атаку, да? Один на один мы с ветрокрылом. Это... Это люто. Причем, смотри, сколько у него энергии. То есть он сейчас мне сделает сон. Потом сделает удар. Я не выживу, скорее всего. У него сразу оба и две энергии восстановятся. Ты прикинь, у него сразу две энергии восстанавливаются. Я хиляюсь, ребят. Что ты там сейчас? И он хи... Вот жучара, а? Я хиляюсь. И он хиляется, да? Нет, он не хиляется. Он просто ударил. Твою ж налево. А для чего, ребята? Для того, чтобы сделать сон. Сейчас две энергии. А, ничья. Слушай, ну, пускай лучше ничья, чем продуть. Так, до сих пор нам нужно с тобой победить одного дракона. Идеальная команда выпала нам с тобой. Ни одного красного нету, поэтому сейчас начнем их бомбить. Так, начнем, наверное, вот с этого. Посередочке. С громорога. Я думаю, именно с него стоит начинать. Хотя по фиолу мы с тобой наносим довольно сокрушительный урон. Но я все-таки хочу его бомбануть. Опять они начинают все бомбить сардельку, а? Даже громорог переключился. Ну-ка. Я потерплю. Я хочу сейчас в сон всех загнать. Блин. А сарделька-то выживет у меня до этого сна? Выживет. Теперь выживет. Пускай они ее атакуют. Ты смотри, что делать, а? Сразу переключился, а? Переобулся. Вот гаденыш, а? А вот это красиво сделано было. Так, давай сюда. Сюда. Да ладно, не добьем, что ли? Не добьем. Ну, все равно будем. У меня нет слов с этими промахами. Сардельку атакуйте, пожалуйста, чё вы? Ты посмотри, какие, а? Жулики.
Ну тогда мы будем делать. Опа, вот так. А, блин. Ну как же так? Давай, сарделечка, отлично. Ой, по-моему, сейчас будет сон. Прозевал я эту вспышку. Так, ну живем еще, живем. Сардельку, конечно, сейчас, наверное, подобьют. Сейчас и древо... Нет. Он древорубу будет бомбить. Нет, смотри-ка, не то. Ну что, мы с тобой можем... Да ничего я пока делать. Так, погоди, у него... Смотри, что у него сейчас будет. Он будет вгонять нас в сон. Потому что у него энергии дофигища. А я лучше, наверное, сделаю вот так вот. Пускай вгоняет в сон, ребят. Единственная проблема, что у него, конечно, энергия очень быстро восстанавливает. По две, ты видишь? Две, он делает удар, у него еще две в плюсе. Я сделаю вот так. Он просто атакует. Ту-ту-ту-ту. Да он полностью захилялся. Вот как вот с ним быть? Он же сейчас все равно будет этот... Так, а чей громобой там будет ходить? Точнее, ветрокрыл мой? Мой. Если бы я знал, я бы, конечно, немножко по-другому сыграл бы. Опять в сон, естественно, ребята. Какой-то один хлыщ, блин, справляется с моим отрядом. Что за фигня, блин? Я не понял. Что происходит, а? Давай атаковать его нафиг. Достал он тут уже выкаблучиваться. Блин, ну вот не в тему, а. Так, мой же потом будет ходить, да? Да, будет сейчас мой ходить. Давай его в сон. Пускай спит, а мы с тобой будем хиляться. Трындец. Вот, вот из-за этого, ребята. Хотя... А что я могу? Ну, хильнемся. Опять сейчас будет в сон вгонять. Нет, он не упустит своего шанса, ребята, вогнать нас в сон. И убить древоруба. Если он его убьет, все, мы с тобой тут поплывем. И что он творит? А этот во сне у меня, да? Ну, у нас опять идет на ничью, я так смотрю, да? На ничью. А мы с тобой вышли. Я офигею, блин. С этим охламоном не могли вдвоем справиться. Чё за бредятина? Уже... А, все, ребята. Все, мы получили все-таки пак с тобой. Так, древоруб, водорез, громорог, отпрыск и сарделечка. Ну, отлично. Все, друзья мои. 11 секунд, давай подождем с тобой, откроем этот пак и сразу же активируем следующий. 5, 4, 3, 2, 1. Оп, готов, родной. Давай. Кревет, шепот смерти, душитель и все. Ну, понятное дело, это обычный пак, ребят, поэтому там очень мало карт. Так, а здесь мы с тобой выполнили, да? Опа, еще 10 рун нам в карманчик. Так, этот у нас подкачался чуть-чуть. Ну, что ты стоишь, иди добывай. Так, сколько там у нас? О, нормуль. Давай тоже на добычу. И этот немножко прокачался. Так, вернем и отправим еще. Совсем немножко осталось, буквально, друзья мои, 100 тысяч для того, чтобы мы смогли с собой построить еще один домик викингов. Как только домик у нас с тобой будет, мы сможем дальше развивать нашу деревню. Ну, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!